Полное описание и точно дата выхода 297 серии турецкого сериала «Клятва». 297 серия сериала выйдет в эфир 26 декабря. В новой серии мы увидим, как эмир порвал документы и сказал о том, что они с Фериде объединят их сердца и докажут, что это намного важнее какой-то подписи. Эмир не хочет больше сомневаться в Фериде, и он стал полностью ей доверять. Кемаль говорит Нарин о том, что она похорошела в его глазах, и только с ней он чувствует себя по-настоящему счастливым. Эмир заметил, как Фериде вернулась поздно ночью, и спросил, где она была. Фериде очень сильно напугалась, когда увидела перед собой эмира. Сама же девушка устала от того, что ей постоянно приходится врать, ведь на самом деле она не такой человек, и поэтому ей сложно от того, как сейчас складываются обстоятельства. Когда эмир вошел в свой кабинет, то неожиданно увидел там Фериде, которая стояла возле сейфа и пыталась его открыть. Он не стал себя выдавать и решил проследить, что она будет делать дальше. Фериде взяла сумку, вышла из дома и стала кому-то звонить. Эмир увидел, как она встретилась с мужчиной и передала ему в руки сумку. Оя подошла к Хикмету и сообщила о том, что пропали все драгоценности и их нигде нет. Когда эмир хотел поговорить с Фериде, то она сильно растерялась и не знала, как себя оправдать. Напомним, 297 серия сериала выйдет в эфир 26 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.